Молодые и активные жители республики получили возможность проявить себя на федеральном уровне. Лучшие стартапы молодых активистов получили высокие оценки лучших специалистов федеральной платформы «Россия – страна возможностей» на молодежном форуме «Территория смыслов». О творческом наполнении форума и лучших проектов в нашем следующем сюжете. Каждый год форум становится центром притяжения для молодежи и привлекает известных и авторитетных деятелей России, среди которых в этом году были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, помощник президента Андрей Фурсенко и многие другие. Территория смыслов – это одна из крупнейших образовательных площадок страны. Туда стремится попасть чуть ли не каждый студент, волонтер и тот, кто не любит сидеть на месте и ищет новые пути развития как для себя, так и для страны в целом. Отметим, что каждый год территорию смыслов посещают активисты из нашей республики. Территория смыслов – крупнейший всероссийский молодежный образовательный форум, на который приезжают люди от 18 до 30 лет со всей России. Форум устроен таким образом, что в начале смены участники создают команды совершенно незнакомых им людей с разных регионов. И уже через 5 дней защищают командный проект, который может выиграть грант до 3 миллионов. Для того, чтобы проект был успешен, проводятся тренд-сессии, на которых людям рассказывают о том, как правильно выстроить проект, для чего он нужен, как выявить тренд и как сделать проект социально полезным и социально значимым. Я приехал в республику и сейчас хочу начать реализовывать проект по профилактике заболеваний среди детей. То есть мы будем ходить к детям в различные учреждения, в школы и рассказывать им о правилах личной гигиены, о необходимости личной гигиены и как грамотно ее соблюдать. Также в планах написания проекта по обучению первой медицинской помощи, первой помощи людей, соответственно, поскольку это важно и правильно оказанная первая помощь может спасти жизнь. Форум «Территория смыслов» проводится каждый год в разных уголках страны и включает в себя различные направления. К слову, этим летом для всех участников открыты смены для молодых педагогов, волонтеров, по темам политики, IT-технологиям, экологии и для участников платформы «Россия – страна возможностей». Таким образом, ребята могут не только завести полезные знакомства, пообщаться с авторитетными деятелями страны, но и предложить свой проект, направленный на улучшение жизни жителей России. За успешно защищенный проект можно получить грант на развитие до 3 миллионов рублей. В этом году из республики Мариэл форум посетили почти 20 человек. И кто знает, может быть уже сейчас кто-то из них создает проект, который даст новый толчок к развитию.